День работников прокуратуры Российской Федерации отмечается в России, начиная с 1996 года. Дата 12 января была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1722 году, указом императора Российской империи Петра Великого, впервые был учрежден пост генерал-прокурора. Все эти годы на прокуратуру были возложены обязанности по охране конституционного строя страны, расследованию тяжких преступлений. Летом 2007 года в структуре Зауральского надзорного ведомства появилось новое подразделение – Курганская транспортная прокуратура. Основными объектами надзора нашей Курганской прокуратуры является это предприятие организации железнодорожного транспорта, это прежде всего ОАО РЖД, затем Курганская таможня, Курганский линейный отдел внутренних дел на транспорте, ГИМС и ряд предприятий и организаций, которые относятся также к железнодорожному либо внутреннему водному транспорту. Основное оружие работников транспортной прокуратуры – ручка и бумага, признается Сергей Перепечин. Эти канцелярские принадлежности помогают восстанавливать закон в транспортной и таможенной сферах. Курганской транспортной прокуратурой при осуществлении надзора в сфере таможенного законодательства проводились проверки в Курганской таможне, в том числе в связи с ликвидацией таможенных постов летом 2011 года. В результате данных проверок прокуратурой было выявлен факт хищения имущества таможни в результате ликвидации таможенных постов. По данному факту были направлены материалы в следственные органы для возбуждения уголовного дела. В свой актив прокурорские работники записывают и ликвидацию несанкционированных свалок около Курганского аэропорта. Бытовые отходы привлекали птиц в зону взлетно-посадочной полосы. Все это могло стать причиной авиакатастрофы. В октябре 2011 года городская администрация привела территорию в порядок. Юрий Пестерев, Александр Киселев, Светлана Брагина, телекомпания «Регион 45».